Кручинская. Но мне кажется, вот где гостиница, да? Есть Беконовый, но он совсем буквально вот только-только. Есть, как она, ты говоришь, несколько лет уже постарше. Ага. Последние они такие. А мост вот там какой-то красный. Минский мост. Путин приезжал, наверное. А это что за район, вот где кирпичные вот эти дома? А это называется, знаешь как, это Марсель, а там дальше идет Брусника. Слышала такую компанию? Брусника вот, нет, кафе я только Брусника. Пойдем, я вам покажу. Это, короче, застройщик пришел из Тюмени, миллиардер там какой-то, я не помню. Ага. И он принес культуру. Культуру строительства. И вот, когда он пришел, местный рынок конкуренции, мы начали, и вот стали дома делать. Потом заходишь, там стеклянные огромные двери, то есть как хорошую гостиницу. Ну что такое 5 метров? Это считай какая-то студия или что? Нет, это? 5 метров. Потолок 5 метров. Потолок у тебя над головой. То есть 2 этажа как бы. У нас в старом доме, вот там прежний, там только заходишь, как в норку залез. Вот тут потолок. А там заходишь, видите. Ну и вот сейчас такие дома конкуренция вызывает, чтобы продать. Вот Брусника начала строить, вот серая, не этот бежевый, а вот серенькая. Угу. Новый район они осваивают, тут уже освоили вдоль берега.